Конечно, обсуждаем, обсуждаем. Но это причина вещественная тоже. Что, что ты собираешься делать? С Дэймоном? Не знаю. По ходу разберемся. Понимаю. Я такое засуждаю. Но это причинно-следственная, видишь, ситуация причинно-следственная. То есть она из-за чего-то произошла. Да, жестко, конечно, осуждаем такое вообще. Жестко осуждаем. Причем, видишь, он сказал, что у него денег, хотя он знает, что у него конверт есть. То есть, ну, значит, он другой хочет что-то пустить. Вот так вот, ребята, вот так вот. Я себе, блядь. О, блядь. Конечно, оба, что вот сейчас мы сделали, да, что он сделал, что тут такие мудацкие вообще, блядь, выборы в целом. Да, такой себе, на самом деле, такой себе. День сегодня был просто сумасшедший. Нет, я еще не наблюдал, как Виктория убивает роль Рэйчел. Но я хотя бы могу ее подержать, если найду. Пошли. Hey, Samantha. Hey, Samantha. Shh. Nathan. Прошу. Я не могу, пап, прости. I'm sorry. Keep your voice down. Говори потише. Now listen to me. Хотя бы послушай меня. Да, ну, ладно. Хейден. Ну, понравилось. Здесь внутри, скорее всего, это. Boys changing tent. Знаешь, мальчик, спасибо, боюсь. Thanks. А где? А вон там. Мистер Китон. Так. Дана. Как там твое затяжное дельце? Йоу, Дрю, в комнате случилась дикая херня. Совсем, совсем дикая. О нет, ты в порядке? Хочешь об этом поговорить? А, позже, вокруг слишком много народа. Я за кулисами. Здорово, уже иду. А ну, подожди. Подожди. Что тут написано-то? Хо, это Стеф, я еду в больницу. Майки рассказал, что случилось. Бедный Дрю, я все еще в шоке. Спасибо за то, что ты сделала. Я ничего не сделала. Ты держалась с Майки. Он мне рассказал, для него это много значило. Видишь? Да, что такое? Did Doug dig David's garden, or did David... Что ты там говоришь? Hey, Предана. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве дрова. Что? Черт, ну не буду. Ладно, повторяется круг-круг. Рэйчел? Рэйчел? Ну скажешь, что придет, ты написала же. Ну же, Ви, у тебя все получится, у тебя все получится. О, шит, шит, шит. I can't do this. I'm going to ruin the play. Что ты делаешь? Осуждаем такое, осуждаем. What are you? А вы что тут? А вы что тут делаете? Or did you forget? Или ты забыла, что позвала эту неудачницу недоучки тебя подставить? Но на самом деле мне не стоит тебя поводить, я получил все, что хотела. А ты завела новую подругу, так что думаю, у нас обеих все в порядке. Приведите, пожалуйста, чтобы я могла подвезти к своему выступлению. Хоть мне и хотелось бы понять сегодня на сцену, Виктория, я за тебя очень рада. Надеюсь, представление тебя не разочарует. Мы обе надеемся. Доходим.
заставить Викторию слиться, поддержать Викторию. Ну. Yeah. Ну да, наверное, несмотря на то, что ты пипец, как стрёмно, я надеюсь, что ты там не... Even if you are super lame to me all the time, I hope you don't completely suck up there. Даже если налажаешь, кому какая разница? То есть, да, посмотрим. Правда, глаза, ты не... You're not Rachel. Не Рэйчел, но ничего страшного, ведь ты Виктория Чейз, понимаешь? You know? Even if даже you когда suck. Лажаешь. О, Господи, спасибо тебе. Thank you. Oh, that's exactly именно это мне и нужно было услышать. Okay. Ладно, круть. Cool. Чайку? For your instrument. На твой голос, we want you at your мы best все хотим, tonight. Чтобы ты сегодня что-то там. Ну, успела хорошо, короче. Okay, V. Ладно, Ви, настал твой звездный час. Эс, это было отлично. Бога ты ее отвлекала, я успел подсобить в чате. Осуждаю. I did. Да ладно. Ладно, okay. Надо успеть залезть в этот костюм, пока... Сладкий богатый, мы обречены, выступление обречено. That was quick. Быстро же. Дорогие мои юные актеры, у нас на пути жилет возникли. Джулиет из Уэйли. Преграды, всем виной это инфернальное инферно притешивал ее, но пол наш Шуарель. Чего ты несешь? Мило повисло по моей руке Сол Господин, Сол Настоящий Дух. Но увы, наше дублера, если что сводит на вас, то молишь, нам придется все отменить. Truly, we are a cursed lot. Что even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Touché. Мистер Китон, возможно, я смогу принять Викторию? Дорогая, твой облик Райан послан на сотрудничество с ним, мы потеряем душу. Но ведь без нашей Ариэль мы все равно пропали. Что? Не-не-не, ни за что на свете. Мистер Китон, вам мог поменять жилет, по крайней мере. Чего-то. Пока дороги что-то там. Романтик. Он же подходит ей по размеру. Ведь правда так. Поведай, дорогая, выступала ли ты раньше? Да ни черта. Роскомничает, мы с ней все время занимаемся импровизацией. У нее обалденно получается. Дорогая, что если я скажу, что все сто посмотрят подходит, покоится на твоих хрупких плечах? Типа ответственность не перекладывает. Скажи, что он... Что? Хлоя, Хлоя, прошу, ради меня. Damn it. Скриншотик сделаем. Я надеюсь, там дальше не пошло никуда. Ну а чё бы нет? А чё нет-то? Нормально же, нормально. Смотри, накрашен еще. С кайфом, накрашен. Нормально. А что, если я должна все это вызубить? Ну спасибо, Рэйчел. Thanks, Rachel. Акт 1, сцена 2, Проспера. Случилось так, что щедро... готов я сделать все, что ты прикажешь. Теперь благодарю. Больше ты хочешь спать? Короче, понятно, окей. Подожди. Добрый вечер. Ну, импровизирую, что могу сказать. Так, что там? Кто написал? О, Эллет. Чего ты написал-то? Хлоя, выступление начинается. У нас классные места. Ты где? О, ты увидишь. Я только что говорил с Дэймоном. Он сказал, что ему пришлось пустить в ход клоки, и тебя он не видел. Что бы зашел? Ты нашла деньги? Прости, деньги. Это не чуточки, кончай. Ответь, если жива. Давай встретимся завтра, я уже жду ответов. Давай. Я потрачу все деньги.
Уйти, давай, погнали. Ну, let's go, чё, сыграем, собственно, роль. Почему так? Не понял. Не понял, что? Ну, ладно. Так что щедрая фортуна, теперь была еще ко мне. Борода, хоть направилась сюда. Но больше мы не задавай вопросов. Ты хочешь спать. Ты будет сон благой. Не сопротивляться ты не в силах. Сюда ко мне, слуга мой, и помощник. Точно? Я жду. Марш, на сцену. Я жду тебя. Приблизься, Ариэль. Давай, все норм, покуха, я просто Рэйчел, скажу свои слова. Пожалуй, он сейчас привлекает. Сложно что-то проверить с этой штукой. Приветствую тебя, моя владыка. Но опять сделал все, что ты прикажешь. Страшный мой и благородный дух, ты выполнил ли все мои приказы, Абури? Да, попробуем так. Я королевский на полкорабль, посыл там от носа до кормы, и я сеял ужас, с пламенем взвивался. Я от сверкания, грохота и дыма затрепетал, пусть не сам Нептун, и его дрозубец грозный. Задрожал, и ужас взметнулись к небу волны. Прекрасно. Кто же отстался духом твёрд? Сумятится, кто сохранил рассудок? Никто. Сын королевский Фердинанд самым первым прыгнул волну, закричав. Ад сиял все тоже тут, так как... А тут что вы осуждаете? Осуждаем. Ну почти. Но Ариэль, все ли они спаслись? Ну вот сюда. Куда должна подойти-то? Куда должна подойти к ящику? Присесть. Ну что же ты, капризный друг, твой труд еще не кончен. Коль ты устал, ты передышку же возьми. Да, я устал. Устал говорить в этом деле мне. Честно, где сидит Уэллс? Готов посмотреть, просиди я тут хоть полчаса, он все равно бы боялся хоть что-то сказать, что такое. И что нам нужно делать? С ней поговорить, Петь? Прошу же, лучше прежде всего мне в качестве залога предоставить. Уверен в сохранности всей свиты короля. Что здесь? А что мне с ним сделать? Я точно должен что-то понимать с этой штукой. А, вон. Забраться. Все, вижу. Синевредимый, как ты мне велел, а по острову всех их я... Разбросал. Ариэль, ты поручение выполнил отлично. Но дело есть еще. Ты шлёшь на неё новые труды? Позволь тогда напомнить, ты мне обещала. Но, недовольство? Что же ты хочешь от меня? Свобода, равенство. Свобода, наверное. Свобода. Именно. Свобода? Нет. Такому не бывать, сия во веки не исполню.
Это ведь не Юсла, да? Что происходит? What's going on? But Но ты мне на реке обещал освободить. Didn't thou? I never said how dearly I love thee. Как дорог ты мне, дух. Привычные чувства я свой скрывал безразличием. Мой преданнейший дух, напарник мой и друг. Не нравится ли служение мне твоей наградой, счастьем, наслаждением? Конечно, госпожа, правдивая мысль твоя. Most truly it is so. Mr. Keith, the whale shrimp. От тебя это волшебно. Magical. Then why? Тогда зачем спрошу я? Хочешь ты свободы? Восторг не длится долго. Ages quickly. Я боюсь. And I fear if we set out Что раз отправишься на новые свершения? Fun, you'll Станешь от меня ты, и останусь я один. Then I'll be alone. I have thee Моей in ты my власти, grasp. Я тебя не отпущу. Тебя не отпущу я. Не дам тебе я в одиночку двигаться вперед, ведь древности своей держать я не смогу. Тогда пойдем со мной. Пойдем со мной. Могу просить ли это у тебя? Возьми же за руку меня, мой верный дух, мой друг. Most faithful friend. For but a little то longer, будь недолго, I beseech. Я молю, служи мне до конца моих затей. Continue in thy service to my schemes. And when they как are только complete, ты исполнишь все, I swear to thee, we shall fly beyond this Острова сил отправимся тот час, скрытые не книги лежат миру наших ног. I'll seek Таким счастливым сделаю тебя, so что сами мысли о свободе ты забудешь. И что ж ответить ты мне на мою мольбу? Что ж, ответишь ты мне на мою мольбу? Скажи «да». Yes, ну, как-то странно выглядит, на самом деле. Pleased. Безмерно рада я. Ступай, пока я вновь не позову. Your duty done for now. So go forth hence with haste. Скорее прошли, делайся у меня. Thanks, Chloe. Спасибо, Хлоя. Well Ваша сыгна, твоя сторона. Ну, уважение, концовка чистое новаторство. Я сражен. Absolutely transformative. I am... Humbled. Да ладно. No problem. What the hell just happened? Что за херень сейчас произошла? Все было за правду? Shake it off. Как не ее себя, вставай, Миранда. We'll Теперь Caliban, позвать нужно Калибана. Да, да. Что с вами? Группы страшные, не будут чатиться с ним, отец. Он носит нам дрова, огонь разводит. И Калибан, ты грубая скотина, откликнись, раб. Суждаю, осуждаю, блядь, что за... Caliban. Ну это ебать сценка, сценка, что в театре, типа как. Актер, актер. As wicked do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art. I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. Fetch us in fuel and be quick. So, slave, hence. Fuck you. Как бы хуй знает. Такое, такое. Where should this Куда эта музыка? С небес или с земли? Мне кажется, все в этой песне обойдет все рекорды. Что это, дух? О боже, как он прекрасен, но это лишь видение. No, нет, дитя, оно вам во всем подобно, спит и ест и чувствует, как мы. I will resist such Нет, я не подчинюсь. Предатель, вложи свой ножный меч. Хороший переход был, видел? Красивый переход был, хороший. Как меня вы любите? Oh, и небеса, и землю зову свидетелем своей любви. Бескрайне, безгранично, беспредельно вас. Люблю, боготворю и чту.
Владей его струятся слезы, так дождь текает с камышовой кровли. Пойди, ты должен их заклять, я сниму и возвратить снова к ним рассудок. Короче, это сценка, да, я правильно понимаю? Да, это сценка, театральная сценочка. Бля, я думал, провод оторвался, не хочешь. Думал, провод оторвался. Такой. Отреклась я от волшебства. Как все земные существа. Разреши. Разреши тебя таков сил дружеских хлопков. Ну же актерский, чем понимать себя, прям на себя все. Просто актерское мастерство, грубо говоря, играешь роль. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Нет, хороший поступок, смелый. Хорошо, что он так сделал. Кто вообще? Кто это кто? Типа антагонист тут в этой игре будет? Непонятно, непонятно. Блин, уже сколько? Полтора часа? Ём, опять 1:22. Надо уже заканчивать, ребят. Надо уже заканчивать. Ну, побыстрее все будет, побыстрее. Боже. Ну, типа, надо было такое рисовать, как ты вышла сцену. Ну да, я чуть не обосралась. Вот он чуть не обосрался. Shitting himself. That dude owes Тебе этот человек не должен. Дорогая, а что если я скажу, что все весьма посмотрят и покоятся на твоих хрупких плечах? Такого сцене со мной еще не случалось. Ну да, ты была. Нет, ты, ну серьезно, обожаю вчера... Вчера вечера. Мне всегда такие, Нина, это такая эйфория, никаких нервиков, сплошной адреналин. Ну что, смогла, довольна собой? Я счастлива, что все закончилось. Последние 12 часов были тем еще испытанием. Вот видишь, как хорошо, пошла бы в школу, вот пошла бы на актерскую, вообще бы нет-то. Сегодня тебе пришлось не сладко. Сейчас-то... Ну, тоже был неплохим, признаю. Он был волшебным. Вот пошла бы в школу, да, вот остановилась бы, вот на актерской пошла. Почему бы нет, почему нет? Ну, возьмем руку за руку, хорошо. Let's leave. Да, свалим. Без шуток. For real. Что? For real, huh? Без шуток, да? Ты сказала, что хочешь уехать, никогда не оглядываться. Так что, как я и говорил, прошлой ночью, давай сделаем это. Да, я об этом весь день думал. Но это была...
Да не говори, что это была просто сумасшедшая мысль. Ты настроен серьезно. Уж я-то вижу. Ты это хочешь? Да, но когда-нибудь. Давай свалим с вами прямо сейчас. Почему она хочет так свалить? Так не понял, почему она хочет прям свалить? Может, от чего-то она хочет, от каких-то проблем или от кого-то? Или как далеко мы едем без машины? Я думал, ты начал чинить тот пикап на свалке. Я только проверял, смогу ли. Так сможешь или нет? Возможно. Возможно. Я таким не каждый день занимаюсь. Но зато честно, у тебя получится. Ты даже не знаешь, как он станет пикап. А мне не нужно, я знаю тебя и на что ты способна. Иными словами, с транспортом у вас все решено. У нас все решено. А родители? Знаю, наши родители дерьмово себя ведут, но мы не можем просто так их бросить. Не похоже на Хлою Прайс. Разве твоей маме не будет больно? Она же этого не заслужила, правда? Это я не заслужил жить посреди ошибок своих родителей. Верно? Не заслужил. А деньги? Что насчет денег? Я думал, ты теперь известная бандитка. Нет, оказывается, быть хуже, чем я предполагал. Думаю, ты и понятия не имеешь, какой ты герой. Но я думал, тебя еще не отпустило. Никакой не герой. Посмотрим. В любом случае, у меня более чем достаточно денег на первое время. Отец всегда их дарит мне на день рождения. Или он платит мне за молчание. Еще вопросы? Ну, больше нет, мне не дают больше вопросов, слушай. Это ты мне скажи. Какое же удивительное чокнутое место держит натиск Хлои Прайс и Рэйчел Эмбер? Давай, Лэй. Чем бы не подать мне Лос-Анджелес? Идеально. 15 градусов каждую ночь. Мы с тобой гуляем по пирсу Санта-Моника, набиваем животы едой из фургончика, потом не наблюдаем за луной и отражающей волнах. Суждаем. Что там, это выбор будет как-то зависеть, но потом, в будущем, а потом красивый блондин потеряет нам, и... Ага, ну да. Он скажет, мне нравятся твои глаза, а я отвечу, отвали, она со мной. Ну ты, ага. Обожаю это время вечера, у тебя нет ощущения, будто все возможно? Странно очень ведет себя. Как будто от чего-то бежит. От кого-то может даже, хуй знает. Может от чего-то. Рэйчел, хватит. Если ты не серьезно, то мне это хреново, потому что в такой жизни кто-то пишет, что у меня никогда не будет. Да господи, я в жизни не был такой серьезный. Хлоя, что мне сделать, чтобы тебя убедить? Твой браслет, поцелуй, татуировка. Ха! Ну поцелуй можно отметать сразу, зачем? Это нам вот это вот не надо, да? Вот это вот, ну вот это вот, да, все. Твой браслет. Знаешь, что мне кажется? Я сейчас скажу татуировка, она скажет... Держи мой браслет. Потому что в прошлой части, помнишь, браслет-то у нас был ее. У нас был ее браслет. Да, татуировку. Помещай мне на чернилах. Типа, как контракт? Не. Так зачем маркер? Она это... Но она это все дело сотрет, нет? Mm.
This это временно, а тебе нужно сделать настоящего. The deal is, you get it done for real. Then, тогда I'll я тебе поверю. What if I said, а что если бы я предложил вас свалить сегодня? Серьезно? О, батя, что? Пепел? What is это еще что? Пепел, ты что? Лес же горит. Это пепел, скорее всего. Очень похож даже. Видно же, это знак. So? Ну так, что скажешь? What do you say? Let's go sneak some clothes. Я пошел стащим одежду, еще. And then а потом мы что-то мы сорим из Аркадии Бэй. Fuck yes. Короче, я понял, надо 3 серии делать для того, чтобы, ну вот, все было хорошо. Понимаешь? Чтобы все было хорошо, надо 3 серии делать, понимаешь? 3. Вот по одному эпизоду, но это вообще жесть. Ну, либо за. Либо час, именно прям час снимать одну серию, час другую. Ну, типа, или 50, примерно, там, причем 57-8 минут, что-то такое. Слушай, полтора часа у меня, по крайней мере, я надеюсь, что хотя бы час 15 у меня выйдет серия. После монтажа, потому что это жесть, просто жесть. Полнейшая жесть. О, да, еще не закончилось. Короче, если сейчас ты смотришь и не было в начале этого всем здравствуйте, здравствуйте, приветствую, да, значит, я разделил эту серию. Я эту серию разделял. Просто сейчас подумал, то, что, ну, блин, серия час 30, час 32 уже идет. Ну, записано, да? О, ты дома. Вот, и я думаю, лучше разделить. Если ты не видел приветствия, значит, я просто разделил эту серию длинную самую, да? Рэйчел's home. Рэйчел вернулся, она привела подумал по-другому. Вот, я разделил, короче, решил так разделить серию. Так что вот, будьте в курсе. Ну, я думаю, так правильно, чтобы ну, час-полтора, ну, полтора часа снимать, это уже вообще жесть, я думаю. Поэтому 50 минут нормально будет. Чего? Точно? Точку, похоже, я успел произвести на вас впечатление. Определенно, мне кажется, ты к этому уже давно привыкла. Рэйчел, мило, ты сегодня просто блистала. Спасибо. Клоуи? Клоуи, это просто обязана сегодня с нами отужинать. Она обязана? Я обязан? Ну, конечно же. Ты мне дала цыпленка. Алла Кинг, уверена, вы обе успели наиграть в театре аппетит. Спасибо, не стоит. Я больше по бургерам, Алла Кинг. Burger a la King kind of gal. She's funny this one. Она забавная. I'm aware. Я в курсе. Клоуи, я понимаю, что мы с тобой встретились не при лучших обстоятельствах этим утром, но... Раз вы с Рэйчел так быстро подружились, я просто настаиваю на совместном ужине. Согласна, Рэйчел? Да, конечно. Клоуи, пожалуйста, не присоединишься ли ты к нам за ужином? Конечно. Отлично, тогда я быстро свяжусь и спущусь. Don't be long. Не задерживайся. А ты, Клоуи, возможно, пока поможешь мне накрыть на стол? Конечно, миссис Эмбер. Ну а чё? Да, так что будь в курсе. After dinner we can make our break. Так что имею в виду. Так что имею в виду. Если не было начала этого приветствия и тому подобное, значит, я просто разделил серию и все. Вот эту серию разделил просто, вот и все. Так что вот так вот. Totally. Your parents love me. Без проблем, твои родители что? Они умеют притворяться, но ты не расслабляйся. And Chloe, we just need to make it through dinner. И Хлоя, нам нужно продержаться до конца ужина. Пытайся не сболтнуть что-то. Ну ты понимаешь. Такого, что я обычно говорю? Exactly. Именно. Just some quality time with the Ambers. Что-то Эмберов. Что вообще может пойти не так? Ну погнали, сейчас сразу поможем. Чё тут? Откидное кресло. Можем его присесть, типа, у него. Ага. Нам сказали помочь, кой присесть. А. Опа. Улучшить.
Ну, прям перед ее лицом смотрел. Перекрестный допрос, ошибки в словах. И просто вот карандашом, смотри, и там рисунок получится, да? Solved it. Молодец. Взяла и испортила, нормально. Тебе надо еще одну газетку ждать, вот еще недельку, знаешь, надо ждать тебе, чтобы газетку принесли, чтобы вот это вот сквардворд вот эти ваши вот эти вот порешать. Хлоя, мне так рада, что ты сегодня к нам присоединишься. Достоинство, честность, верность. Что? У вас так на газете написано. Ах, точно, right. Прости, я, видимо, все еще не привыкаю быть на должного лица. Очень сильный слог. Думаете, они им соответствуют? Он им соответствует? Он прекрасно справляется со своей работой. Но он, конечно, лишь человек. Или не лишь человек. Что? Что? Не знала, что ты что-то сказала. Не. Такое. Давай накроем стол просто. So, ну что, зовете меня или как? Yes. Да, не могла бы ты взять 4 тарелки из буфета и поставить их на стол? А если не могу? Что, прости? Извините, могла бы я? Never mind. Фесслпалм, блядь. О боже. О боже! Что ты несешь? You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Такое, блядь. Ну, на самом деле, такое себе. Фотография, бля. А где буфет? Вот этот, типа, да? О, сервант, давай. Такую, блин, тему сейчас. Рюмки, блин. Эмберы пафосные, да чёрт. The embers are fancy as shit. Ну да. А чё тебе, ну, люди работают. Never realized that getting drunk. Подожди, а где буфет-то, ё-ма? Подожди, не понял. Где он? Кого? Откуда взять-то? Сюда? Нет. Во! Открыть. Да. Можно сказать, просто вот шкафчики вернемся. Никаких скелетов. Зато много сверкающих тарелок. Майки. Привет, Хлоя. Дрю перевели из операционной еще солдат, но все нормально. Твои же майки. Мне жаль. Все нормально, ты остался со мной. Хотелось бы мне еще как-нибудь помочь. Эй, Стеф сказал, ты играл в пьесе, чего? У меня был загруженный день. Как у любого героя. Стеф. А вот тут. Я слышал, что ты участвовал в буре. Ага, похоже, на мне все держалось. Охотно верю. Все говорят, что постановка была потрясная. Получи 2 медальки за сегодняшние хорошие дела. Дрю в норме, Майки тебе еще напишет попозже. О, блин, держу кулаки за них. Ну-ну. Прям жестко, потому что сужаю такое сюда. Ваш стол. Ну, let's go, let's go. Ля-ля-ля. А кот их делал-то вообще опять в карманы положил или что, не пойму, как аккумулятор? Ну, понятно все. Понятно все, все понятно, все понятно. Хлоя, мне позвонила мама Джастина Уильямса. Ты сегодня играла в пьесе? Хотел бы я на это посмотреть. Да, так получилось. Знаю, это было спонтанно. Рада, что все хорошо. Было бы неплохо увидеться вечером. Ты уедешь домой? Пожалуйста, Хлоя, я скучаю по тебе. Ну, видимо, она не собирается на ужин с кем-то. Книжки, часы, картина. Че, все, я посну. Все. Шо ты? Yes. Да, Хлоя? Plates? Тарелки готовы. Еще что-нибудь? Anything else? Actually, я знаю же, будь умницей, спроси у мистера Эмбера, что он хочет выпить за ужином. I will be a dear. Буду умницей. Talking to James. Плейт Джеймсом, пока я воздерживаюсь, используя слов изменщик и посранец, все должно быть правильно. А, типа, он изменяет своей жене, что ли? Ты просто пропустил, может, это. Поговорить, алло! Алло! Hi, Mr. Amber. Hey, Mr. Amber. Chloe. Chloe. What can I do? Чем могу быть болезнен? Напиток. What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry. Прошу прощения.
your wife ваша жена wants хочет знать, что вы будете пить. Drink you're having. Let's say sherry. Эрис. Okay. Можно one, раз, два, two, три, three, sherry. Эрис. Comical. Потешно. Chloe, maybe you can help me understand. Возможно, ты сможешь помочь мне кое-что понять. I'll give it a держу. Shot. Rose and мы с Роуз вспомнимся за Рэйчел. Вчера она была Rachel. Не своя. Yesterday что потом с ней происходит? What do you suppose? Я откуда знаю. Не знаю, спросите сами. Besides all my bad поведение, behavior rubbing off on искать? Her? You mean? Hmm. Еще одна joke. Шутка? You tell me. Вы мне скажите, этим утром it вы с Роуз, похоже, like были только рады, чтобы это поверить. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. Ну да, несет ответственность. Я совру, если скажу, что ваша дружба меня не беспокоит. Но, быть может, ты именно то, что необходимо Рэйчел сейчас, когда она плывет сквозь бурную реку своей юности. Ну и все. Спасибо. Thanks. Чё ещё? Something else. Что-то еще? Окружной прокурор. So, вы же окружной прокурор? Attorney, huh? I'm your я твой окружной прокурор. So что ты несешь, осуждаю? Да я могу вам позвонить, если меня арестуют на уровне округа? What would you be arrested за что тебя могут арестовать? It was a joke. Была шутка. Явно плохая. Not a good one. Clearly. Поясу. What do you think? Слушайте, я считаю, что Рэйчел идеально подходила на эту роль. She certainly was. Да, но мы очень гордимся. Я не думал, что они соберутся такое провернуть. Я no кое такое. I don't know не знаю, как это называть. Обратный кастинг. Кастинг женщина на мужчину. Я тут про колдунство говорила. Думаю, это тоже правда. Понятно, блядь. Считай свою дарятку. Дело не ждут. Хорошо бы дали, мистер Эмбер. Good chat, мистер Эмбер. Да все, все, читай, погнали отсюда. Все, спасибо, давай, блядь. Что происходит? Возьми, спроси, поговори с ней. Че бы нет? Че ты спрашиваешь у другого человека вообще? Yes, Chloe? Неправильно такое. Да, Хлоя, Херес. The начальник возжелал like Хереса. Thank you. Благодарю. Рюмки сервантис китайским фарфором. Можешь стоять на его место. И как мне добраться до Китая? Kidding. Хорошо, это вон тот пафосный шкаф, да? Cabinet, right? Дверь кстати открыта вон. Все правильно. Но его место, где он сидит-то, блин, непонятно. Ну ладно. А, ну он там, скорее всего, как вот тут посередине, да? Ну давай, что, взять. It's the triangle shape one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Что, ну вот сюда поставить, да, да, да. Что это сейчас было? Ты что сделала? Нормально все? Чисто, ну взяла, вытерла, нормально. А не так чисто, но взяла, вытерла. Ну заебись что. Пойдет. Давай. Yes, Chloe? Да все, все уже. Что-нибудь еще? What else? Что дальше? Я уже наловчилась. Feel like I'm getting good at this. Only one last step. Последний шаг. As our ты наша гостья, потому что тебе куда честь зажечь свечи. The lighter is in the school. Ну, что, у меня своя есть. Oh. You never know when you'll need to light a candle. Right? You are a paragon of preparedness. Thanks. Спасибо, наверное. I think time to light some candles and слегка культивирует это местечко. Вон те. Их тут не было сейчас, ну ладно. Ну, ладно, заспавнились. The Amber family and fire. Амбер, огонь, что может пойти не так. What could possibly go wrong? Не знаю, даже не знаю, что может пойти не так, серьезно. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes?
I wish. Хотелось бы. Рэйчел вас все награды. А я еще пытаюсь читать эту книжку для... Remedial... Понимание. Как это? Vocabulary. Толковый словарь. What about that fire? А это пожар? Ужин очень вкусный. Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah, it's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Да, спасибо. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. О семье, что? Family's not merely a gift. Семья — это не просто дар, это ответственность, и потому о своих близких необходимо заботиться, и никогда ни при каких условиях не принимать их как должное. Да, правда. Yeah, еще помню, Рэйчел. Ты бы мерзким не было на вид дерьмо в твоей жизни, ты всегда можешь убежать от того, что тебя беспокоит, пока держишь себя в руках. Интересная философия, Хлоя. Да, именно, хотя я бы не стал ее одобрять. Я предпочитаю сейчас со своими проблемами лицом к лицу, но каждому свое благо. Рэйчел? Ну, я не такая неловкая, Рэйчел, не поможешь найти еще вилку? Прекрати, Хлоя. Я не могу больше сидеть и выслушать этот бред. Рэйчел, прекрати! Ты лицемер, ясно? Я знаю. Ты говнюк, изменяющая и ворующая сволочь. Motherfucker. Excuse me? Что, прости? We saw you. Мы видели тебя вчера в обзорном парке. At the overlook. James. James. Целующим ту женщину. James. James. Рэйчел, дорогая. Что бы ты ни видела, или тебе показалось, что ты видела. Знаю, это сложно. Но мне нужно твое доверие. Не забить, мистер Эмбер, но я думаю, своим глазам мы верим больше, чем вам. Достаточно. Тебе больше не рады ни здесь, ни с моей дочерью. Я спешу жить встречи. Прекрасно помню, кто такая, и позволился поддаться страданию жены. Понятно, переводит тему. Ой, ну и кто же я такая? Хулиганка, разбитая девчонка у разбитого корыта. С меня хватит, Джеймс. Не позволю тебе и дальше с ней так говорить. О, все, пиздец, у нее там белый шум, все, блядь. Ульта купил, смотри, сейчас ульта будет, смотри, проверяй. На нахуй, я же говорю, ульта сейчас будет. Почему ты не можешь рассказать мне правду? Хватит врать, перестань быть политиком хоть на минуту. Ты что, не можешь быть просто моим папой? Рэйчел, женщина, которую ты видел, она не моя любовница. Она твоя мать. Что? Кого? Ничего себе тут закручено. Что? Кого? Ты ее мать? Чего, блядь?
кого? А, так вот почему она была там у нас. Ёпт. О, вот это, конечно, жесть. Вот это, конечно, шок. Пум-пурум, блядь, пум-пурум, нахуй. Это, конечно, забей. Ну, бля, музыки, конечно, нету, но, ребята, АПшки кидают. Авторские права, как бы, такое. Вот тут чел. Дрю. Такой сенсом, такое. Типа указал, что он косарь, да газарь, давай косарь. Такой сенсом, такое. Да уж, конечно, необычно, необычно. Блин, серия вышла, кстати, вот эта серия вышла почти на 2 часа, ребят, на 2 часа. На 2 часа вышла серия. Она 100% будет разделена, поэтому как-то так, поэтому как-то так. Поэтому не удивляйтесь, что там прошлая серия резко закончилась, а это началось тоже резко и без приветствия. Просто эту серию разделил, потому что она довольно-таки длинная получилась, да. Ну вот, я не ожидал, я думал, ну, покороче будет. Я думал, мы уже закончим там, да. Ну вот, когда в театре, что после театра уже все закончится. Нет, вот, пожалуйста, я узнаем еще новости. Ну, это, конечно, шок. Это, конечно, шок. Вот. Да. Ну, это, конечно, прям хорошо закрутили. Хорошо закрутили. Да уж. Тогда понятно, почему она, ну, была на, вот, на пьесе. Тогда понятно, что она была на пьесе. Типа, он ей сказал, она пришла, посмотрела. Со стороны, почему нет. Но странно, почему она с ней не общалась. Почему она с ней не общалась, почему, ну, не сказали раньше. Это очень странно. Это очень странно. Ой. Это что? Это что такое? Здесь круги нарезают или что? Не понял. Ну ладно, что могу сказать. Вот такая серийка была-то, в принципе. Вот. Довольно-таки интересно. Интересно, да. Интересно, очень закрутили, довольно-таки сильно закрутили. Получается, у нас словами следующий эпизод последний по сюжету идет, и будет еще один эпизод дополнительный, да, как DLC, грубо говоря. Поэтому посмотрим, посмотрим. Но пока очень сильно скрутили, блин, много чего произошло, много чего интересного, много чего пока что, много вопросов появилось. Ну как, не много вопросов, но появились вопросы. Что, как и почему. Поэтому, ребят, посмотрим с вами это в следующей серии. Давайте сейчас посмотрим, что у нас там после титров, да, собственно, да, там же в любом случае после титров выдают. Да-да-да, вот эти, вот, мои выборы. Так, ладно, да, посмотрим. Тут же нам должны показать кое-что. Чёрт. Нет. Блин, жалко, здесь музыки нету, ладно. А, вот, все, что-то на машине, короче, пытается. Отпуст! За 3. Ладно, ребят, спасибо. Вот, ну, видишь, еще один вот есть. Спасибо за просмотр, какая серийка была. О, ёпта, нихуя себе. Все поменялось. Спасибо за просмотр, какая серийка была. В принципе, все. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно. Спасибо заранее, кто это делал. Это реально огромное спасибо. Я вижу вашу поддержку и читаю комментарии. Спасибо огромное. Вот, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.